Квартирный вор попался на горячем. Горожане своими силами задержали грабителя, когда тот пытался вынести из квартиры ювелирные украшения. 31-летнего мужчину держали до приезда полиции. Попасть в чужую квартиру он смог при помощи отвертки. Ей вскрывал окно на первом этаже многоквартирного дома. Это, я же говорю, он начал отверткой поддевать ее. Вот так оно было, так же открыто было. Отвертка упала туда, вот этот наш подвал. И он, видно, я так думаю, что он, видно, а он сетку снял, аккуратно поставил ее здесь. И рукой, видно, хорошенько ударил. И оно получается вот так вот, с этой штукой. Вот так оно, эта сторона, вот так вот, ну, вот так вот оно висело, короче, так, ну, туда. Йому оголошено підозру скоєння правопорушення, передбачено частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Він зараз затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, незабаром суд обере запобіжний захід. Але вже є у слідства підстави вважати і вивчається його причетність до аналогічних злочинів, які скоєні в місті Одеса.